Мода на преступление прошла. В тренде интеллигентность и здоровый образ жизни. Такую мысль озвучил сегодня министр внутренних дел Чувашии Сергей Семенов на встрече с журналистами республики. Уровень преступности в республике снижается. Минус 15% за январь-октябрь 2013 года. Такая тенденция сохраняется уже пятый год. Наиболее существенное снижение преступности отмечается в последние три года. На 25% меньше стало квартирных краж, на 20% уличных преступлений. Стабильность – признак мастерства, отметил Сергей Семенов. Последние два года МВД по Чувашской республике является одним из лидеров по эффективности деятельности в Приволжском федеральном округе. По главному критерию, которым оценивается эффективность работы, это уровень раскрытия преступлений, мы вторые в ПФО. В целом же по Российской Федерации уровень раскрытия преступлений является 11-м результатом среди 85 регионов России. Но количество умышленных убийств возросло на 25%. Их с начала года в республике совершено 84. В основном это убийства на бытовой почве, в нетрезвом состоянии. Террористических актов, конфликтов на почве этнических или религиозных разногласий не зафиксировано. В республике сложилась стабильная межнациональная обстановка, отметил министр внутренних дел. На 40% снизилась смертность детей в ДТП. Сократилось количество происшествий, когда водители наезжали на пешеходов прямо на зебре. Но в то же время количество ДТП по вине самих пешеходов увеличилось почти на 12%. Пешеходы стали менее дисциплинированы, чем водители. Вот на пешеходов как раз, на профилактическую деятельность с ними, к сожалению, вот как раз рук-то и не хватает. МВД по Чувашской республике уже не в первый раз обращается с просьбой быть бдительными и не попадаться на мошеннические уловки. Когда приходит СМС-сообщение с просьбой перевести деньги пострадавшему родственнику. Иногда преступники радуют информацией о выигрыше автомобиля. Но предварительно необходимо перевести энную сумму денег. Такие преступления раскрываются правоохранителями, но возместить ущерб редко когда удается. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.